Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем изучение английских идиом, которые часто используются в деловой лексике. Сегодняшняя наша идиома – win-win, что означает «выгодное для всех сторон». Win-win situation, или же win-win agreement. Если мы с вами обратим внимание на доску, то мы увидим с вами один из предложенных мной примеров. The agreement is a win-win for everyone. The agreement is a win-win for everyone. Идиома достаточно простая, потому что сама за себя говорит. Здесь, в принципе, будет ее очень легко воспринимать на слух, понимать. Очень легко ее будет запомнить. Ну и, соответственно, уже от нас будет зависеть, насколько эффективно, насколько часто, насколько уместно мы будем ее с вами использовать в нашей с вами лексике. Итак, win-win situation, win-win agreement. Я так думаю, что фраза сама по себе является достаточно простой, наверное, одна из самых простых, которую мы с вами прошли до настоящего момента, и поэтому давайте уже побеспокоимся с вами, чтобы она не стояла где-то в стороне от нашего использования. Хорошо? Итак, win-win situation, win-win agreement. Если мы с вами хотим подчеркнуть тот факт, то, что какое-то соглашение было с нами достигнуто, где все стороны удовлетворены, где интересы всех сторон затронуты, то мы можем с вами подвести итог с фразой «This is a win-win agreement, this is a win-win situation». Если мы видим с вами то, что ситуация не приобрела обоюдный такой подход или же интерес, то мы можем с вами выразить это словом «That isn't a win-win agreement, and let's us have a look at the ways, how can we make it a win-win situation, a win-win contract». Итак, win-win, сегодняшняя наша идиома, двигаемся дальше и любим английский. До свидания.